This conference will now be recorded. Всем добрый день еще раз. Зовут меня Монахов Павел Сергеевич, можно просто Павел. И сегодня у нас с вами семинар на техническую тему, не общего развития, семинар на тему протокола резервирования первого шлюза. Протоколы резервирования первого шлюза – это довольно объемная тема, и протоколов, входящих в эту группу, довольно много со своими особенностями. И, понятное дело, в небольшой 45-минутный семинар уложиться довольно трудно, поэтому мы рассмотрим основные моменты, виды, зачем это нужно, рассмотрим конкретного представителя протокола HSRP первой версии, посмотрим, как это выглядит с точки зрения настройки на устройствах компании Cisco Systems. И все остальные протоколы, возможно, снесем в какие-нибудь будущие семинары. Немножко расскажу о себе, хотя все меня в большинстве своем уже знают. Ну, вдруг. Зовут меня Монахов Павел Сергеевич, можно просто Павел. Более подробная информация обо мне представлена на моем сайте monachovps.ru. Там же на этом сайте есть и разнообразные контакты, адрес электронной почты, Facebook, YouTube. Заходите, смотрите, изучайте, пишите, почему бы и нет, вот, по каким-то профессиональным вопросам. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным академическим инструктором, что позволяет вести мне здесь, в центре специалист, курсы от компании Cisco Systems, посвященные работе сетей, настройке оборудования компании Cisco Systems и многое-многое другое дело. Кроме преподавательских сертификаций, у меня довольно большое количество, как их называют, сертификаций индустриальных или промышленных, начиная с базового CNA Routing and Switching и заканчивая CCNP Enterprise. Сертификаций довольно много, я не стал их все выводить на экран. На экран я вывел только основные, а более подробную информацию всегда можно найти на сайте. И вот этот вот прекрасный молодой человек, который вы видите на слайде, это я. Вот. Единственная хорошая фотография, которую я смог найти. Вот такая вот интересная фотография с ручкой у виска. Вот. В этом нет никакого подвоха, просто так получилось. И замазывать мне ее в фотошопе не хочется, потому что фотошопить я не умею. Я работаю в центре специалист в выходные дни, по вечерам. В будние дни я работаю на предприятии, а в выходные по вечерам, иногда в будни днем, веду курсы по сетям здесь, в учебном центре специалист, которому в этом году будет уже 30 лет в осенью. И из этих 30 лет 10 лет, получается, будет в этом году, как я здесь работаю в разных ипостасях. Центр специалист – это крупнейший центр обучения в России и Восточной Европе. Более 1 000 000 выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, огромное количество классов, высочайший уровень образования у 250 преподавателей-экспертов. И я вроде туда тоже вхожу. Странно себя со стороны называть экспертом, ну, так говорят другие. И огромный ассортимент курсов, более 1000 курсов по различным направлениям, в том числе по сетям и оборудованию компании Cisco Systems. У центра специалист есть ряд преимуществ над нашими конкурентами. Помимо тех, что представлены на экране, от себя добавлю, что центр специалист – это лицензированное образовательное учреждение. И после прохождения обучения вы не только получаете какую-то непонятную бумажку, а бумажку установленного образца мы имеем право выдавать документы, как говорят, удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Или, если вы проходите большие дипломные программы, даже дипломы о профессиональной переподготовке. Конечно, мы не раздаем их просто так, вы должны учиться, учиться хорошо и в конце проходить финальные испытания, но зато вы получаете и знания,
теоретические и навыки работы, практические, если мы говорим о IT-сфере. И еще это будет документально подтверждено, что в нашей стране любящие бумажки, я считаю, большим-большим плюсом. А еще здесь есть я, с которым всегда можно поговорить. А теперь давайте перейдем к теме нашего семинара «Протоколы резервирования первого шлюза». И на слайде вы видите пример хорошей отказоустойчивой топологии сети, допустим, сети кампусной. И сразу, на взгляд, бросаются три уровня кампусной сети. В самом низу коммутаторы уровня доступа, обычные коммутаторы уровня второго. Чуть повыше коммутаторы третьего уровня, коммутаторы уровня распределения. И в самом верху коммутаторы уровня ядра, тоже коммутаторы третьего уровня. Вы построили отказоустойчивую схему. Вы соединили ваше устройство несколькими линками. Вы объединили эти линки в Weather Channel. Внизу, в нижней части, вероятно, у вас будут L2 протокола типа Spanning Tree, которые вы оптимизировали. Выше у вас, вероятно, уже настроены и работают протоколы динамической маршрутизации, вроде OSPF или EGRP. И вы думаете, как все у меня прекрасно, все отказоустойчиво, если какое-нибудь оборудование выйдет из строя, ничего страшного, всегда есть резерв. И вот, допустим, коммутатор третьего уровня, который на картинке подписан как R1, он же ведь является шлюзом по умолчанию для конечных устройств, выходит из строя. Вам система мониторинга об этом сказала. Ну, вы думаете, ничего страшного, спешить я никуда не буду, потому что есть резервный коммутатор, который на себя примет функционал, отработает Spanning Tree, отработают протоколы динамической маршрутизации, и связь останется. Волноваться не стоит. Но почему-то вам начинают поступать жалобы, допустим, от пользователя, сидящего за PC1, что он не может получить доступ к серверу. И он такой не один. Вы начинаете выяснять, а в чем причина, а почему эти пользователи не могут достучаться до сервера. И несмотря на наличие резервных линков, несмотря на наличие резервного оборудования, протокола Spanning Tree, динамической маршрутизации, проблема-то вот в чем. На узле, в настройках сетевой платы или в настройках системы прописан шлюз по умолчанию. И в качестве шлюза по умолчанию там прописан IP-адрес вышедшего из строя коммутатора третьего уровня. Конкретно адрес 10.1.10.2. И не важно, что у вас есть резервный коммутатор третьего уровня, выполняющий те же самые задачи. Только ПК-то к нему ломиться не хочет. Он же не знает о нем. Не знает. Как можно решить эту задачу? Если у вас на устройствах IP-адреса назначены статически, сразу приходит мысль бежать по всем устройствам и адрес шлюза перебивать. Но это не масштабируемый вариант. Если у вас устройства получают адреса, и, вероятно, так и есть по протоколу DHCP, то до тех пор, пока время аренды не истечет, узел не будет перезапрашивать настройки, и, изменив настройки DHCP сервера, вы тоже не сможете быстро новый адрес шлюза устройству передать. Получается, ни статика вам не помогает, ни DHCP не помогает. И во что мы упираемся? В то, что адрес шлюза – это единственный IP-адрес, заданный в настройку. Вы можете сказать, я видел, что там в Windows или еще где-то можно вбивать несколько шлюзов по умолчанию. Можно. Но скажу честно, это ломает голову устройству. И лучше никогда не вбивать несколько шлюзов по умолчанию на конечном устройстве. Это чревато. И лучшим вариантом данной конкретной проблемы будет реализация протоколов резервирования первого шлюза. И если посмотреть на это схематически, то мы сделаем следующее. Мы объединим два или более физических устройств
в один виртуальный маршрутизатор. У этого виртуального маршрутизатора будет свой единый IP-адрес, например, 10.1.10.1. У этого виртуального маршрутизатора будет свой собственный виртуальный MAC-адрес. Устройства разберутся, кто из них главный, кто должен отвечать за перенаправление трафика, кто будет, так сказать, активным участником группы, а кто запасным. А на узлах в качестве адреса шлюза по умолчанию, например, на PC1, вы укажете как раз адрес этого виртуального маршрутизатора, тот же 10.1.10.1. Какие есть варианты протоколов резервирования первого шлюза? Один из первых вариантов – это протокол проприетарный от компании Cisco Systems под названием HSRP – Hot Standby Router Protocol, который существует в нескольких версиях – версии 1 и версии 2. Когда появился IPv6, появилась вариация HSRP для IPv6. Так как HSRP – протокол проприетарный, он только на устройствах Cisco, то в открытом мире задумались над реализацией открытого протокола. И так появился в итоге протокол под названием VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol. Сначала первой версии, но первая версия сейчас не актуальна. Актуальная версия для IP версии 4 – это VRRP версии 2. И для IPv6 VRRP версию нарастил, стало называться VRRP версии 3. Устройство Cisco поддерживает как HSRP, так и VRRP. Можно выбирать. Вот. А на всех остальных устройствах других производителей, типа Huawei, Juniper, точно есть VRRP. Параллельно с HSRP и VRRP в open source решениях продвигался протокол под названием CARP, Common Address Redundancy Protocol. Он пошел из операционной системы, насколько я помню, OpenBSD, потихонечку распространился на другие BSD-дистрибутивы, а потом перекинулся в Linux. То есть пока не было VRRP, использовали CARP. На текущий момент CARP считается устаревшим протоколом, хотя он еще поддерживается, он существует, но он является таким нестандартным решением. И в открытом мире чаще всего, конечно, применяют VRRP версии 2. Какая проблема есть в протоколе HSRP, VRRP, CARP старом? Почему вдруг стала нужда придумывать еще какой-то протокол вот, типа GLBP? А все просто. Что в HSRP, что в VRRP? Вы можете объединить в одну группу множество устройств, как правило, до 4 устройств, которые будут представлять собой виртуальный маршрутизатор. Но активным устройством из этих 4 будет выступать только одно устройство. Одно устройство. А все остальные будут являться запасными, будут простаивать. И если вы объедините, допустим, 2, 3, 4 устройства, то одно устройство работает, напрягается, его каналы связи забиты, а второе, третье, четвертое устройство просто ждет своей очереди, чтобы стать виртуальным маршрутизатором. Ждет, когда основной маршрутизатор умрет. Согласитесь, это не очень здорово иметь что-то простаивающее. И компания Cisco Systems решила эту проблему в протоколе под названием GLBP – Gateway Load Balancing Protocol. Протокол GLBP – это проприетарный протокол от компании Cisco Systems, который есть только на оборудовании Cisco. Он позволяет выполнить то же самое, что HSRP и VRRP, но при этом простаивающего оборудования не будет. Может быть, одновременно 4 работающих устройства, и между ними будет выполняться балансировка. Нет простаивающего оборудования и простаивающих линков. GLBP
требует отдельного разговора. Мы сегодня рассмотрим с вами протокол HSRP версии 1, и основные понятия с него спокойно можно будет перенести на HSRP версии 2, на VRRP, а JLBP требует отдельного разговора. Давайте более подробно поговорим о протоколе HSRP. Еще раз повторюсь, он существует в нескольких версиях. Версия 1 вышла довольно давно. HSRP является проприетарным протоколом от компании Cisco Systems. Тем не менее, он описан в RFC под номером 2281. Компания Cisco Systems оставляет за собой право его единолично изменять и развивать. А остальные производители могут внедрять версию 1, вот как есть. HSRP версии 1 работает только с IP версии 4. IPv6 не поддерживается. Довольно старый протокол. Он работает как на маршрутизаторах, так и на многоуровневых коммутаторах. Можно объединить в одну группу несколько устройств, но в любой группе только один участник будет активным, будет передавать трафик, а второй участник будет являться запасным, а третий и четвертый будут просто сидеть на подхвате на всякий случай. Протокол HSRP версия 1 поддерживает до 256 групп. Имеется в виду, допустим, вы поднимаете HSRP на многоуровневых коммутаторах, которые обслуживают огромное количество VLAN-ов, и вы сможете с помощью HSRP версии 1 осуществить отказоустойчивость максимум до 256 VLAN-ов. Если вам этого мало, то надо будет переходить на HSRP версии 2, который поддерживает уже до 4096 групп. То есть при наличии 4 с лишним тысяч VLAN-ов HSRP версии 2 позволит вам реализовать отказоустойчивость во всех из них. За HSRP закреплен специальный диапазон MAC-адресов организации IEEE. Для HSRP версии 1 виртуальный маршрутизатор будет иметь MAC-адрес вида 00000C07AC, а последние два 16-ричных символа будут обозначать номер группы. Допустим, в первой группе адрес на конце будет 01, для второй 02, для третьей 03 и так далее. Эти MAC-адреса не могут использоваться другими производителями, они используются только этим протоколом. HSRP для своей работы использует мультикаст-рассылку и стандартный адрес получателя 224.0.0.2, который иногда так и называют все маршрутизаторы IP версии 4. HSRP, по сути, это протокол уровня приложений, который вкладывается в транспортный протокол UDP и использует стандартный закрепленный за ним порт 1985. HSRP версия 1 не поддерживает аутентификацию, то есть все сообщения летят в открытом виде, и поэтому он менее безопасен, чем, например, HSRP версии 2. Я буду показывать настройку HSRP на примере вот такой вот схемы. Что в этой схеме есть? Один коммутатор уровня доступа, ASV1, к которому подключен пользовательский ПК. Вместо коммутаторов третьего уровня, как обычно делают на предприятии, я буду использовать маршрутизаторы, потому что мне так будет легче показать. Вот, то есть по-хорошему вместо R1 и R2 должны быть коммутаторы третьего уровня. Вот, это как бы уровень распределения, distribution. Дальше у нас есть один коммутатор уровня ядра под названием CSV1, уровень Core. И к ядру подключен напрямую сервер, сервер 1, который будет выступать в качестве получателя. В крупной организации вряд ли у вас сервера будут подключаться напрямую к ядру. Вероятно, будет отдельная серверная ферма со своими коммутаторами, которые в свою очередь будут соединяться с ядром. Для упрощения схемы я эту
эти коммутаторы серверной фермы располагать не стал. Классическое распределение уровней вплоть до уровня распределения у нас каналы коммутируемые L2, где работает Spanning 3, VLAN и транки. От уровня распределения к уровню ядра идут линки маршрутизируемые, там работает протокол динамической маршрутизации OSPF. Я заранее преднастроил в схеме IP-адреса, заранее преднастроил OSPF, заранее преднастроил Spanning 3, и мы сможем насладиться чистой работой протокола HSRP. В данный момент на устройстве PC1 в качестве адреса шлюза по умолчанию указан адрес маршрутизатора R1 10.1.1.1. И если он выйдет из строя или линк до маршрутизатора R1 выйдет из строя, PC1 потеряет связь с сервером, он не сможет автоматически переключиться. Поэтому мы внедрим здесь протокол HSRP. Я объединю два этих маршрутизатора в виртуальный маршрутизатор с единым IP-адресом, например, 10.1.1.3. И он будет как раз выступать в качестве шлюза по умолчанию на конечном устройстве. Как базово настраивать HSRP? Если вы не хотите вдаваться очень глубоко в подробности, то настройка может свестись всего-то к одной команде. Вы заходите на маршрутизатор или коммутатор третьего уровня, заходите в подрежим конфигурирования интерфейса, который смотрит в сторону конечных устройств. В моем случае это будет интерфейс FA00. На коммутаторе третьего уровня это будет какой-нибудь интерфейс VLAN и номер VLAN. И чтобы базово включить HSRP, достаточно сделать следующее. Дать команду Standby. Дальше написать номер группы. И указать виртуальный IP-адрес. Указать IP-адрес виртуального маршрутизатора 10.1.1.3, к примеру. На втором участнике надо будет сделать то же самое. И все. Базово протокол уже работает. Для проверки можно воспользоваться командой show standby. Это подробная информация обо всех группах. Или кратенькая табличка show standby brief. По ходу демонстрации я покажу вывод и той, и другой команды, разъясню основные параметры. Что ж, к демонстрации. Вот она схема. Для наглядности она реализована не на реальном оборудовании, а на виртуальном. Все устройства здесь – это, по сути, маршрутизаторы компании Cisco Systems и даже PC и сервер. Если я зайду на PC и посмотрю его таблицу маршрутов с помощью команды show IP route, то я увижу следующее. Маршрутизация в данный момент выключена. И в качестве шлюза по умолчанию указан адрес 10.3.1, адрес маршрутизатора R1. Проверю связь с сервером. Одну секунду. Проверю связь с сервером с адресом 10.1.0.21. Как видим, связь есть, так как до этого связи не было. Первый пакетик потерялся на работу протокола ARP. На всякий случай проверю второй раз. Все нормально, все работает. Чтобы увидеть пропадание связи, я запущу команду ping с дополнительным параметром repeat. Чтобы отсылались не 5 тестовых пакетиков, а больше. Например, пусть будет 10 000 тестовых пакетов.
Пошли отрисовываться восклицательные знаки, связь есть, все хорошо. И параллельно, пока идет проверка связи, я зайду на маршрутизатор R1 и отключу интерфейс, который смотрит в сторону локальной сети. Интерфейс FA0.0 банально выключу его командой shutdown. И сразу на PC1 в выводе появились точки, связи нет. Увы и ах, никакого автоматического переключения трафика на другой шлюз не произойдет. Мы, конечно, можем ждать, пока не пройдут все 10 тысяч пакетиков, но я вас уверяю, кроме точек мы не увидим ничего. Поэтому я остановлю пинг сочетанием клавиш Ctrl-Shift-6, вернусь на маршрутизатор R1, включу интерфейс и попробую реализовать протокол HSRP версии 1. Я уже нахожусь в режиме конфигурирования интерфейса, смотрящего в сторону локальной сети, поэтому мне будет достаточно в настройках этого интерфейса дать команду Standby. Дальше номер группы, так как по умолчанию работает HSRP версия 1, вы видите в самом верху, номер группы можно задать из диапазона с 0 по 255. HSRP версия 1 поддерживает 256 групп, не более. Мне достаточно будет дать номер группы, пусть это будет группа первая, якобы обслуживающая первый VLAN. Дальше я ввожу параметр IP, так как хочу задать IP-адрес виртуального маршрутизатора. И, собственно, я должен буду задать его IP-адрес. Пусть это будет адрес 10.1.1.3. Нажимаю Enter, жду. Сначала маршрутизатор R1 попытается понять, кто еще есть в группе, послушает hello пакетики от других участников, увидит, что никто про первую группу ничего не говорит, признает себя сначала запасным, стендбай, а потом признает себя активным. То есть он будет ответственен за передачу трафика. И в лог-сообщении мы, в общем-то, с вами и видим, что изменилось состояние на интерфейсе FA00 для группы 1. Вот, из состояния стендбай мы перешли в состояние актив. Все, готовы обслуживать клиента. Проверю настройки. Выйду из режима конфигурирования. Посмотрю краткую информацию обо всех настроенных HSRP группах команды show standby brief. Этот маршрутизатор участвует только в одной группе на интерфейсе FA00. Этот маршрутизатор ответственен за виртуальный IP-адрес 10.1.1.3. Активным участником группы является, собственно, маршрутизатор R1. Мы видим ключевое слово local. Никаких запасных участников нету, и в столбике standby мы видим ключевое слово unknown. Также у каждого маршрутизатора в HSRP есть понятие приоритета. В столбике вы видите приоритет по умолчанию 100. Зачем нужен приоритет? С помощью него маршрутизаторы решают, кто будет активным участником. Чем приоритет больше, тем лучше. Если, допустим, у вас два участника, у одного приоритет 100, а у другого приоритет 200, то
то участник с приоритетом 200 станет активным, а участник с приоритетом 100 станет запасным. Если приоритеты одинаковы, то можно решить по IP-адресам физическим, либо по умолчанию, если маршрутизатор роль какую-то уже себе получил, он ее оставит за собой до смерти. Если сейчас появится другой маршрутизатор с большим приоритетом, роль на самом деле от R1 не переползет. Потому что по умолчанию в HSRP так называемая преемственность выключена. Вы видите столбик с буковкой P, и там ничего нет, там пусто. Это значит, что для данной конкретной группы преемственность выключена. И пока маршрутизатор R1 не умрет, он будет являться активным и будет обслуживать этот конкретный виртуальный IP-адрес. Посмотрю более подробную информацию с помощью команды show standby. Мы видим, что участник является активным, отвечает за виртуальный IP-адрес 10.1.1.3. Сейчас используется виртуальный MAC-адрес, стандартный для протокола HSRP 4.0.0.0.0.7.AC. Так как мы обслуживаем первую группу, номер группы 0.1, мы видим настроенные таймеры. Hello time. Как часто маршрутизатор сообщает о себе другим участникам группы. По умолчанию hello timer равен 3 секундам. И видим hold timer. Если, допустим, активный участник в течение 10 секунд по умолчанию не пришлет ни одного hello пакета, то мы посчитаем этого участника умершим, и надо будет выбрать, кто теперь будет отвечать за группу. Это таймеры по умолчанию, они поддаются изменению. Более того, эти таймеры можно назначить вплоть до миллисекунд. Конечно, будет большая нагрузка на устройство и на сеть, но зато у вас будет очень быстрое переключение на резерв. При preemption, собственно, преемственность по умолчанию выключена, это значит, что новый участник с лучшим приоритетом роль на себя не заберет. Активным роутером являемся мы, запасного стендбай роутера нету, приоритет по умолчанию 100. Параллельно с R1 выполню такие же точно настройки на маршрутизаторе R2, и он должен будет стать запасным. Иду на R2, вхожу в режим конфигурирования, интерфейса, который смотрит в сторону локальной сети, FA00, и заношу его в первую группу с тем же самым виртуальным IP-адресом 10.1.1.3. R2 послушает, есть ли другие участники группы, определит текущие роли, и в итоге мы увидим лог сообщения, что он признает себя запасным для этой группы. Тут, правда, придется немножечко подождать. В HSRP есть ряд состояний. Они выходят за пределы семинара. То состояние, о котором вам нужно знать, те состояния, которые вам нужно знать, я уже описал. Это состояние Active, состояние Standby. Что видим в логах на маршрутизаторе R2? Видим сообщение, что мы перешли из состояния Speak в состояние Standby. R2 не будет перенаправлять трафик, но он будет следить за R1, за приходящими от него hello пакетами. И если в течение 10 секунд от R1 не придет ни один hello пакет, то R2 себя автоматом возведет до маршрутизатора активного и начнет трафик пересылать. Проверю настройки HSRP с помощью команды show standby brief. То вижу, R2 обслуживает первую группу на интерфейсе FA00, приоритет по умолчанию 100, преемственность выключена.
мы обслуживаем виртуальный IP-адрес 10.1.1.3. Активным участником является маршрутизатор с адресом 10.3 единицы, а мы являемся запасным. Что остается сделать? Остается на конечном устройстве поменять адрес шлюза по умолчанию. Надо будет удалить текущий адрес шлюза. Посмотрим. Угу. Войду в режим конфигурирования, сотру шлюз по умолчанию и добавлю шлюз по умолчанию 10.1.1.3, адрес виртуального маршрутизатора. Выйду из режима конфигурирования, проверю настройки маршрутизации Show IP Route. Шлюз изменился. Запущу бесконечный пинг до сервера. Связь пошла. Параллельно зайду на маршрутизатор R1, через который сейчас идет трафик. И загашу интерфейс, который смотрит в сторону локальной сети, интерфейс FA00. Пошло пропадание связи. Точки рисуются. В течение 10 секунд R2 поймет, что R1 умер. И начнет трафик перенаправлять. И в консоль мы видим, посыпались снова сообщения о том, что связь успешно. Вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять точек мы видим. Если время жизни у каждого ICMP-пакета по умолчанию 2 секунды, примерно 10 секунд связи не было. Не сказать, что это очень быстрое переключение с настройками по умолчанию. Тем не менее, в большинстве случаев вряд ли бы кто-то пропадание связи на столь короткий промежуток времени бы заметил. Но если вас не устраивает, то вы всегда можете таймеры подправить и сделать их поменьше. Думаю, не имеет смысла ждать, пока пройдут все 10 тысяч тестовых пакетов. Прерву проверку и попробую сделать трассировку до того же сервера. И мы увидим, что хотя шлюз у нас вообще-то виртуальный, но по факту трафик будет проходить через R2 с IP-адресом 10.1.1.2. Посмотрите на результат трассировки. Шлюз по умолчанию у нас определился как 10.1.1.2. Вернее, ответ пришел. Несмотря на то, что мы как бы пакет отсылали к 10.1.1.3. Вот такая обманка. Если я посмотрю на PC1 содержимое ARP-кэша, show IP ARP, то вы увидите, что у адреса шлюза 10.1.1.3 виртуальный MAC-адрес HSRP маршрутизатора 4.0.0.C.0.7 AC.0.1. Дальше я на R1 включу интерфейс, однако R1 не станет активным, потому что активный маршрутизатор в группе уже есть, приоритет равный, преемственности нету, R1 должен будет стать запасным участником, и R2 будет активным до тех пор, пока не умрет. Включаю на R1 интерфейс, жду сообщения в консоль. Так. Угу. И вот оно сообщение, что изменилось состояние HSRP. На интерфейсе FA00 в группе 1 из состояния спик мы перешли в состояние стендбай, запаска. Все.
Так, вижу вопрос. А как организовывается уведомление о вымирании? Ну, во-первых, когда у вас R1-то умер, он же сгенерировал, ну, как, не он целиком умер, а у него интерфейс изменил состояние, он же лог сообщения сгенерировал, что у него такой-то интерфейс состояния поменял, и это лог сообщения могло с помощью, например, протокола syslog быть переслано на централизованный syslog сервер, а система мониторинга это, соответственно, принять, проанализировать и вам показать. Также у вас система мониторинга могла состояние интерфейсов снимать по SNMP и точно так же могла бы понять, что интерфейс поменял состояние. Вариантов на самом деле много. Также по SNMP можно и снимать состояние в группах HSRP. Какое у нас сейчас состояние активное, стендбай и так далее. Варианты есть. Syslog, SNMP, может быть, какие-то другие способы. Вернусь к презентации. На этом демонстрация закончилась. И основные вещи я вам показал. Дополнительно хочу сказать вам следующее. Значит, не стоит рассматривать протоколы резервирования первого шлюза как замену протоколам динамической маршрутизации. Не стоит. Надо применять протоколы резервирования первого шлюза только в том случае, как показал вам я, когда маршрутизация на ближайшем клиенте сводится к указанию шлюза по умолчанию. Это клиентские станции, рабочие машины, ноутбуки и так далее. При этом параллельно в сетях вы можете использовать и то, и то. Протоколы резервирования первого шлюза в том месте сети, где используется только шлюз по умолчанию, а в остальных местах протокол динамической маршрутизации. Одно другому никак не мешает, но ни в коем случае не надо рассматривать FHRP как замену тому же OSPF. Протоколы резервирования первого шлюза, конечно, добавляют вам сложности при построении и поддержке сети. Потому что помимо Spanning Tree, помимо динамической маршрутизации, вам приходится еще настраивать HSRP. Приходится. И, конечно, это добавляет сложности. И чем больше VLAN-ов, которые надо настраивать, тем больше вам надо задать групп. При этом настройки разных протоколов, HSRP, OSPF, STP, они никак автоматом друг с дружкой не синхронизируются. То есть вам нужно добиваться этой синхронизации самостоятельно. Ну, к примеру, ну, на самом деле тут пример так привести довольно сложно, вот, ну, вкратце. Но многие на самом деле сталкивались с тем, что тот же HSRP отрабатывает, а Spanning Tree не разблокируют линки, которые нужно разблокировать. И надо как какими-то сторонними способами, скриптами синхронизировать их работу. А это, надо сказать, не так-то просто для новичка. Почему, например, в современных сетях и в современных курсах меньше уделяют времени протоколам резервирования первого шлюза? А все просто. Вот чтобы не заниматься написанием каких-то скриптов для синхронизации Spanning Tree, OSPF, HSRP, проще не виртуально объединить устройство, а реально использовать одну большую физическую железяку. И вместо нескольких коммутаторов уровня распределения использовать либо модульный коммутатор, либо стыкируемый коммутатор. И в таком случае протоколы резервирования первого шлюза вам не нужны совсем. Потому что с точки зрения логики это один большой участник. И его адрес на конкретном интерфейсе можно указывать в качестве адреса шлюза. В связи с большим распространением в крупных сетях модульных коммутаторов и стыкируемых, то протоколы резервирования первого шлюза теряют свою актуальность. Это одна из причин, почему они в курсах начинают освещаться реже или не так подробно, как освещались раньше.
И я на самом деле тоже сталкивался с проблемой синхронизации до тех пор, пока не перешел на стыкируемые коммутаторы, и только тогда я действительно понял, насколько это классно. То, что я с вами рассмотрел, является одной из тем курса под названием CCNA «Внедрение и администрирование решений Cisco». Курс CCNA на текущий момент – это, по сути, первый шаг в карьере любого сетевого инженера, да и не только сетевого инженера, потому что если убрать из курса специфику настройки оборудования Cisco, то это выходит большой, интересный, основательный курс по сетям, вне зависимости от производителя. Курс состоит из 40 академических часов с преподавателем, вероятно, со мной, и подразумевает 24 часа на изучение отдельных тем. И, например, тема резервирования протоколов первого шлюза тоже входит сюда в часы для самостоятельного ознакомления. На курсе CCNA вы получаете официальное учебное пособие в электронном виде от компании Cisco Systems на английском языке. Доступ к официальным лабораторным работам сроком до 60 часов суммарного использования. Каждому закончившему курс официально будет предоставлен сертификат об окончании от Cisco Systems в электронном виде с, так сказать, трекинг-номером, чтобы проверить достоверность сертификата. Курс CCNA готовит к сдаче одноименного экзамена за номером 200-301 и дает вам 30 CE баллов. Что такое CE баллы, если кто-то не знает? Если у вас уже есть сертификация CCNA, она уже есть, вы ее получали, допустим, пару лет назад, то вы знаете, что после 3 лет сертификацию надо продлять. Каждые 3 года CCNA надо продлять. И у вас какие варианты? Либо сдавать тот же самый экзамен еще раз, либо идти на курсы уровнем выше и сдавать экзамены уровнем выше, либо есть возможность продлить уже имеющуюся сертификацию CE баллами. С помощью CE баллов нельзя получить сертификацию новую, но можно продлить ту, которая у вас была. И это на самом деле довольно хороший вариант, потому что, допустим, на уровень выше вы идти не хотите, это не ваша специальность. Сдавать то же самое раз в 3 года не очень-то хочется, ну почти то же самое, не очень хочется. Какой есть вариант? Вы при наличии имеющейся сертификации CCNA идете на новую версию курса CCNA, обновляете те знания, которые у вас были, узнаете что-то новое, потому что все эти не стоят на месте. Например, в курсе CCNA включены темы, связанные с основами автоматизации сети, которых раньше не было, и то, что сейчас реально набирает обороты. Прослушиваете курс, вспоминаете то, что изучали пару-тройку лет назад, обновляете свои знания какими-то новыми темами и автоматически продляете сертификацию. Мне кажется, прекраснейший вариант. Для кого предназначен курс CCNA? Конечно, для сетевых инженеров начального уровня, причем неважно, каким оборудованием вы будете заниматься. Если вы знаете основы сети, вы с легкостью можете перекинуться на оборудование любого производителя, потому что основы, они везде одинаковы. Для сетевых администраторов, для технических специалистов отдела эксплуатации и поддержки, для специалистов технической поддержки пользователей, для желающих получить сертификацию CCNA, или для тех, кто уже имеет сертификат CCNA по предыдущей версии и хочет обновить свои знания. Курс состоит из довольно большого количества модулей. Полную программу курса вы можете посмотреть по ссылке. Это и основы работы сети, основы операционной системы Cisco IOS, изучение разных уровней модели OSI, адресации IP-версии 4, адресации IP-версии 6,
простейший поиск и устранение неполадок. Это настройки маршрутизации, статики и динамической маршрутизации с помощью протокола OSPF. Это технология VLAN и Trunk. Это технология агрегирования каналов Ether Channel. Это фильтрация трафика с использованием ACL. Это технологии подключения к сети интернет, такие как NAT. Варианты мониторинга сети, тот самый Syslog и SNMP, который я упоминал. Варианты безопасного управления устройством, вроде протоколов SSH, ограничения доступа к устройству. Это разнообразные механизмы безопасности, вроде Port Security. И то, что сейчас очень активно набирает обороты, это программно определяемые сети, это автоматизация, то, что у всех на слуху, то, что за рубежом пользуется огромнейшей популярностью, у нас пока не так, но все больше набирает обороты. Вот. Такие варианты, как что такое RESTConf, NetConf, варианты передачи данных типа формата JSON, XML, YAML, вот, варианты настройки с помощью там, Ansible, Chef и решения проприетарные от Cisco типа Cisco DNA Center и решения на их базе Cisco SD Access и Cisco SD WAN. Да, пусть обзорно, но зато вы будете иметь представление по возможностям современных сетей. Часть тем в курсе отводится под самостоятельное ознакомление. Это и Spanning Tree, это наша тема, которую мы рассматривали сегодня. Это COS, качество обслуживания, основы беспроводки, введение в виртуализацию, анализ угроз безопасности и технологии защиты от этих угроз. Курс проводится регулярно. Полное расписание вы всегда можете найти на сайте. Ближайшая дата проведения в апреле, с 5 по 9 апреля, в режиме с 10 до 5, 5 дней подряд. Если кого-то заинтересует, полное расписание всегда на сайте есть. И теперь, собственно, сессия вопросов и ответов. Часть вопросов я рассмотрел по ходу, а часть сейчас зачту. Вот вопрос от Федора. То есть, в принципе, можно собрать ядро на не очень дорогих коммутаторах третьего уровня вместо дорогих модульных. Можно использовать стыкируемые коммутаторы. Но тут опять же вопрос, насколько они дешевые. Они же все-таки разные бывают. У стека, к сожалению, Федор, есть... Давайте я вернусь к слайду со стеком. У стека, к сожалению, есть недостаток. Иногда стеки разваливаются. Да, вот так вот сойдутся звезды, и стек развалится. И вместо одного коммутатора у вас получится 8. И вот как они в этот момент будут обслуживать сеть, это вопрос. Я сам никогда с разваливающимся стеком в продакшене не сталкивался. У меня не возникало таких ситуаций, что стек разваливался сам по себе. Но мои коллеги об этом упоминали. Да, это редкая ситуация, но она возможна. В этом плане модульный коммутатор, конечно, гораздо-гораздо надежнее, так как там все реализовано с помощью аппаратных плат. Вот, у него такой проблемы нету. Но модульный коммутатор и стоит довольно прилично. Зато в нем есть несколько гипервизоров, управляющих модулей с поддержкой горячей замены. Если один гипервизор выходит из строя, то запасной гипервизор, который управляет всем коммутатором, сразу вступает в строй. На последних моделях модульных коммутаторов с поддержкой так называемого SSO, Stateful Switchover, переключение на работу другого гипервизора занимает около 200 миллисекунд. Один умер, через максимум 200 миллисекунд резервный принял на себя все задачи, перехватил все таблицы и работает. Даже линки, по сути, не гаснут.
Вот. Поэтому тут вопрос, что использовать. Стэк – это, с одной стороны, более дешевое решение, но помните, что все-таки у него есть недостаток. Он может развалиться. Вот. Тут уж как повезет. Вот. Вопрос от Александра. А как синхронизировать настройки роутеров при резервировании? Те настройки, которые я показывал, в общем-то, вы, наверное, заметили, мне пришлось на каждом участнике вбивать вручную. Нету автоматического решения по передаче этих настроек на другого участника. И либо вы прописываете это параллельно и там, либо вы можете воспользоваться средствами автоматизации, которые настроят вам несколько устройств одновременно. Те же самые Cisco DNA Center и так далее. Но если ничего дополнительного нет, то приходится делать, да, вручную. И в большой сети, я же не зря на слайде написал, что протоколы резервирования добавляют сложности. Вот представьте, что у вас коммутатор третьего уровня обслуживает 300 виланов. То есть вы должны будете зайти в интерфейс VLAN 1, в интерфейс VLAN 2, в интерфейс VLAN 3, и так во все 300, и во всех 300 виланах прописать похожие настройки. Ну, похожие. Тут я писал команду одну, но, например, я здесь не писал ни правку таймеров, ни приоритета, ничего. Сами понимаете, что при наличии двух участников и 300 виланов с продвинутыми настройками HSRP, да и, в общем-то, любой протокол резервирован, добавит вам сложности. Сколько вам строк придется написать? И это еще одна причина, почему рекомендуют отойти от физически отдельных железяк и перейти либо к стеку, либо к модульным коммутаторам. Вопрос от человека с именем админ. Какое редкое имя. Я правильно понимаю, что лучше использовать динамическую маршрутизацию, чем, к примеру, VRRP? А тут зависит от того, где вы это внедряете. Я этот вопрос осветил. Если у вас маршрутизация на ближайшем участнике сводится к вбитию адреса шлюза по умолчанию, значит, на этом участке надо использовать протоколы резервирования первого шлюза. Вы же не будете на каждом устройстве пользовательском поднимать динамическую маршрутизацию. Никто так не делает. Но там, где у вас полноценные участники, маршрутизаторы, коммутаторы третьего уровня, там спокойно работают протоколы динамической маршрутизации. То есть они используются параллельно. Резервирование первого шлюза, у него одна цель. Динамическая маршрутизация, у них другая цель. Используем и то, и то. И опять же, это добавляет сложности. Вот. Тут был вопрос по поводу, ну, он не совсем по теме, каким программным обеспечением я рисую на экране и пишу. Это стандартное ПО от компании SS Internals, которое называется Zoomit. Оно доступно для бесплатного скачивания с сайта Microsoft. Вот. Позволяет как раз мне увеличивать что-то на экране, рисовать или писать. Попробуйте. Так, какие еще вопросы я мог не осветить? Так, вроде бы все. Раз более вопросов нету, давайте закончим. Если вам понравился семинар, хотите продолжение, так как явно мы рассмотрели только верхушечку, дайте как-нибудь знать, либо лично мне, все мои контакты на сайте monahopes.ru, либо можно, например, написать на корпоративный ящик в специалисте info@specialist.ru и там дать пометку «Отзыв о семинаре». У вас есть возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Вы можете отсканировать указанный на слайде QR-код, заполнить форму и получить, да, бесплатную консультацию. Узнаете, какие есть варианты для построения карьеры в современном мире,
вам предоставят план, что, какие знания и навыки вам необходимо приобрести, и, собственно, предложат программы для обучения по этим компетенциям. Еще раз скажу всем спасибо. Надеюсь, было интересно и познавательно. Если кто-то из ваших коллег хотел посмотреть, но не смог подключиться, помните, что семинар записывался, и запись будет доступна в течение пары-тройки недель на официальном канале Центра специалист в YouTube, который называется специалист.тв. А так будем рады, если вы придете к нам на курсы по сетям, по оборудованию Cisco. Звоните, пишите, подберем, научим. Возможно, вы даже попадете ко мне, вот, и тогда пообщаемся более подробно. Спасибо вам всем еще раз. Приятных вам выходных. И до встречи как-нибудь еще. Спасибо.